Что делает этот мальчик, а? Что делает? Что он там нюхает на ковре? Непонятно. Вот мы дома одни. Муж только что уехал, и Лео вышел из своей комнаты. Из своей, точнее, это из детской, где дети спят. У меня щёлнышко. Мамин бегемотик. Бегемотик, мамин. Бегемотик, мамин. Мамин бегемотик. Лео, смотри, что у мамы здесь есть. Чем там пахнет у него ковер? Прям ложится так, ластится там. Что там есть? Что здесь есть? А что здесь? Что там? Облизывает еще это место. Ты что там облизываешь? Я у мамы дулачок, да? Я у мамы дулачок. У меня столько глажки, девочки. Сколько у меня глажки. Я где-то дней 5 точно не гладила, а все 5 дней же стираю. Сейчас тоже стиральная машина у меня работает. Лео, ты поможешь маме гладить? А? Поможешь маме? Заирашка? Ты сегодня принцесса или кто? Я. И ты сегодня хиляли? Ты моя красавица. Ты самая красивая девочка. Как она эту шапку натягивает, видите, да, чуть ли не на глаза. А что у тебя на сумочке нарисовано? Покажи. Кися. И на шапке у тебя кися, да? На шапочке тоже кися? А у нас динозаврики там. А у тебя динозаврики? Такие. Ты их с садика забрала? Идем домой. Своему братику скажи. Это он здесь играет. Идем домой. Идем домой. Не хочет. А как мы его уговорим? Что надо ему сказать, чтобы он домой пошел? Может, ты сможешь уговорить Васланчика? Попроси его, чтобы он домой пошел. Попроси, может, пойдет? Нет? Ну, расскажи, что ты делала сегодня в садике? Рисовала. Вот это вот красивое сердечко ты сделала? Чему ее щелнышко? Это для мамы сделала, да? Тебе холодно, что ли? Холодно тебе? Она поломалась. Поломалась? Это только папа сможет починить. Да. Давай сюда в пакет закинь ее. Ой. Рисовала, еще что делала? Что сегодня кушала? Вкусное что-нибудь было в садике? Что было вкусное? Что-то ты такая тихая. Чего ее сокровище? Открой, только упадут твои игрушки. Да.
На землю? Поцеловать? Да? Мои помощники сыр натирают. Дай еще раз поцелую. Мое, меня обними. Обниму, конечно, солнышко мое. Аккуратно пальчики. Смотри, пальчики, чтобы сюда не попали твои. Попали. Попадут, будет больно. Это они себе макарошки с сыром готовят. Я тебе вот так делаю. Угу. Это надо вот так засыпать. Да, вот туда надо засыпать. Нога-нога. Нога-нога. Заберет больше носочку. О, Зира уже одну пару собрала. Молодец. Асланчик, ты лентяйничаешь, да? Ты не собираешь носочки? Мама. Ну, собирай тогда, давай к маме. Вон, Зейра еще одну пару собрала. Так, вот это лишнее. Это ее? Покажи. Это разве похоже? Цвет-то разный. Покажи. Мне кажется, ты должен еще немножко подумать. Мне нравятся все носочки, но надо пару собрать. По одной они не играют, они по две должны быть. Вот так играют. По две должны быть они. Вот так играют. Вот, Зайрашка собирает. Она у меня девочка ответственная. Единорожек нашла, Зайра, видишь? Посмотри, сколько уже Зейра нашла. Вон уже сколько она носочков собрала. Я. А, ты одну пару собрал. Молодец. Вот еще она динозавриков собрала. Это мои. Нет, это она собрала. Я хочу деда. Хорошо, ты другую пару собери. Деда. Собери другую пару и дай взамен. Деда. Хорошо, тогда микробов дай взамен. Поменяться надо. Это Зейрашка собрала. Солнышко, ну поменяться надо. Надо. Вот она еще микробов собрала. Ты пока будешь плакать, а делать она все носочки соберет и все конфеты ей достанутся. Это кто собрал? Это тоже твоя Зейра? Че мое солнышко? Ну, сколько она собрала, видишь? Точно все конфеты ее сегодня будут. Это тоже она собрала. Куда? Да сюда. Ну, ты же ей микробов отдал. Моя умничка. Моя девочка. У тебя только динозаврики. Посмотри, сколько у нее. И сколько у тебя? Ну, есть жвачка. Нет, тебе ни жвачки, ни конфет не будет. Посмотри, сколько она собирает. Да. И я буду. Ну, собери. Мои и этот ее дозик. Угу. Да, я вижу. Вот, с листочками она собрала еще. Вот, с кружочками собрала. Ты моя умница, я за тобой не успеваю. Вот еще зелененькие собрала. Уж какая у тебя умница, сестренка. Все собирай. Я тебе бутылочка. Угу, с детскими бутылочками. Это ты делал, да? Нет? Пчелки полосатые. А я птички. Молодец. Как она старается. Помните, я говорила, что она несколько дней была вообще на себя не похожа. Она до сих пор такая. Она машалла, она изменилась. Она стала очень послушная. Она перестала делать все назло. Вредничать. Последние две недели этого всего нету вообще. Солнышко, Зейрашка, мамина, они разные.
Они разные, баба. О, Аслан еще одну пару нашел наконец-то. Солнышко, они тоже разные. Они разные, бабуся. Вот, молодец. Это кто у тебя, зайчики? Это Асланчик, а цифры. Вот так вот, как ты. Она бежит всегда. Она у нас спортсменка. Догоняй сестренку свою. Мы сегодня идем рано в садик. Сейчас 10:30. Это для нас рано. Вот они где, вот они где. Вот он где, этот мальчик. Вот он. Вот он. Пошли. Верашка, твоих подружек нету, да? Поймаю сейчас. Поймаю и за попку укушу. Опять спряталась. О, о. Аслан, иди сюда. Зайрашка хитропопая, вон она. На дорогу не выбегай, Зайра. На дорогу не выбегай. И хоть пыхны. Хоть пыхны. Мой котик сидит и что-то разглядывает. На потолок смотрит периодически. Что там? Что там, Лео? С нами еще кто-то живет, что ли? Солнышко. Кто-то живет еще с нами? Не знаю, что он там видит. На его ляпки, на его ляпки. Лео, кушать будешь? Кусать будешь, кусать. Кусать будешь, солнышко. Йоу. Не знаю, загадка, что он там видит. Он любит играть вот с этим.
Они со Славном постоянно играют. А смотрите, во что превратился диван. Скоро уже вот пиздец будет ему, простите за мой французский. Здесь уже... Ой, уже коричневое что-то виднеется. Ай, Лео, Лео. У Лео есть подружка. Вон, смотрите, напротив сидит. Вон. Она там, он здесь. Так и сидят. Aslan, verin Zehra'ya, o yapsın. Evet. Aferin. Evet. Aslan, aynı şekil ve aynı renkleri birleştiriyoruz, tamam mı? Evet. Aynen öyle. Mert dur oğlum. Evet. Hayır. Bu, bu renk. Bak bakalım nerede sarı. Evet. Evet. Üçgenler, kırmızı üçgenler. Evet. Aferin. Evet. Bak böyle. Çevirelim. Nerede kırmızı üçgen? Bak bakalım. Evet. Kareleri birleştirelim. Evet. Nerede mor kare? Evet. Aferin. Evet, yeşil kareleri de birleştir. Çınarcığım, yeşil kareler. Tamam. Yeşiller. Aferin. Пришли после садика на детскую площадку. И свекровь с соседкой мимо проходила. Aslan geliyor.
bilmedim Murat işte. Herkesi soracak ya. Her şeyi bilmeli. Her şey. Murat geldi mi diyor. Sen geldin mi? Ben geldim. Ben pazara geldim. Buradan gelirken sizi gördüm. Tamam mı? Tuğkan geldi mi? Aa, Tuğkan da gelmedi. Hadi gidiyoruz ama biz. Biz eve gidiyoruz babaanneciğim. Tamam mı? Sonra gelirim gene. Tamam mı? Tamam mı? Кто кого догоняет? Кто кого догоняет? Молодцы. Зайрашка, только на дорогу не выбегай. Хорошо, мамина? Лишь бы куда-нибудь залезть. У меня спортсменка. Ты моя девочка. Да. Ты сильный у меня. Сильный мальчик. Любовь моя. Куда ты не можешь залезть? Туда ты залезешь, когда подрастешь. Конечно, сейчас пока ты не можешь. Ну, я не хочу, чтобы ты туда залезла. Смотри, Зайра, куда залезла. Посмотри на нашу спортсменку. Видишь? Иди с той стороны, ты залезай. Идешь, сынок. Там игрушки, которые ты собрала. Животные. Животные, да. Вот что делает твой брат, а? Вот что делает твой братик? Почему мальчики все такие? А это они же колючие, мамина. Пойдем? Здесь останемся. Зайрашка. Смотри, кися пришла, сзади тебя стоит. А нас тоже смотрит, как те двое ругаются. Вон там котики ругаются. Вылезай оттуда, застрял он. Какая кися? Какая кися? Попочка повернулась к тебе, да? Аслан, вылезай давай. Иди сюда. Давай, вылезай. Пойдем. Не застрял, не ври. Ты очень хочешь там застрять, но ты не застрял. Пошли. Я ухожу. Аккуратно выходи. Молодец. Давай, давай, вставай. Выходи, выходи оттуда. Вот так. Вот так. Молодец. Видишь, ты не застрял. Поцарапал, что ли? Да. Покажи. Нету ничего, солнышко. Ничего нету, что. Все, пошли. Не делает больше. Веточки виноваты. Да ты не виноват, который туда залез, да? А мне кажется, ветки не виноваты, а виноват ты. Ты уже не лялечка, ты уже должен думать. Зайра вечно бежит. У нас каждый день одно и то же. Зайра впереди, мы сзади. Я высушила волосы феном. Бегом, 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 Аслан. У меня один глаз впереди, один глаз сзади. Так и живем.
Güzel aşkım. Ama sen ıspanak, bak bak bak. Hani ıspanak? Hani ıspanak? Hani ıspanak nerede? Yiyeceğim. Sen ye bakayım nasıl yiyorsun sen ıspanak. Evet ye bakayım nasıl yiyorsun. Aferin benim kızıma. Oh güzel mi? Всем привет, мои хорошие. Я, как обычно, сделала все домашние дела и наслаждаюсь чистотой. Зашла я к себе в соцсети, на YouTube, туда-сюда, заглянула, посмотрела сообщения, комментарии. Оказывается, я такая дрянь, сижу на шее своего мужа-турка. Хорошо устроилась. Нет, это, конечно, не все, что мне пишут. Мне и другое пишут, хорошее пишут. Просто я сейчас об этом говорю. Хочу ответить на подобный комментарий. Вы знаете, да, я сижу на шее у своего мужа турка. И как бы ни грамма этого не стесняюсь. Если бы... Не у этого мужа, так у другого мужа на шее я сидела бы, что я и делала, в принципе, в предыдущем браке. Вообще, вы знаете, я вас очень сильно удивлю, может быть, даже тех, кто замужем за турками и вообще мужчинами-мусульманами. Шея мусульманского мужчины для того и создана, чтобы на ней сидела жена, дети, часто еще родители, а еще бывает, что и вся родня пристраивается. Вот. Мужчины привыкли. Да. Их с детства так воспитывают, что они должны содержать обязательно жену и детей. Но если вам не удалось сесть на шею своему мужу турку, то вам какой-то неправильный турок попался. И не моя в этом вина. Волосы. Посмотрите на мои волосы. Вот никак, вот здесь вот это не отрастает. То дети тянут, то я утюжку когда делаю. Видите, а вот это вот все, что новое растет, видите? Ту-ту-ту-ту-ту. И завтра я иду волосы красить. Уже два. Я красила их 1 декабря, по-моему. 1-2 декабря. Сейчас... Середина февраля. 2,5 месяца прошло. Думаю, достаточно. Можно, в принципе, 3 месяца оставить. Ну, пускай будет. Я хочу весну встречать с красивыми выкрашенными волосами. Вот. Кажется, я потихонечку пришла в себя. Вот эта моя хандра начинает отходить. У меня было какое-то непонятное состояние, что... ничего не хотелось, я занималась вот чисто дом, дети, дом, дети, дом, дети, и все. И как бы даже видео снимать интереса не было, я снимала редко что-то там. Ну, вроде потихонечку отхожу. Если кого интересует по поводу нашего котика, дела также, у нас ничего не меняется. Вот. Муж приезжает, мой лапулечка обижается. Мужа нету, нормально все. Вот, не знаю. Но как бы разводиться с мужем из-за этого я не намерена. Ну, подожду еще месяц-полтора, посмотрим. Может, пройдет у него, гормоны станут на место. Вот так вот, мои хорошие. А так всем, кто пишет про моих детей... Кто желает им всего самого хорошего, здоровья и так далее. Вообще, всем тем, кто наблюдает за нами, ждет наше видео, спасибо огромное. Огромное-огромное спасибо. Закрываюсь. Хорошего вам настроения. А мы пойдем? Магазин. Какой магазин? Магазин вот там. Магазин там, за. А что там продается? Игрушки, попиты. Там уже не осталось же никаких игрушек? Вы же все там скупили. Не скупили. Не скупили? А какую игрушку ты там купишь себе?
Я понимаю, ну хотя бы одну, там просто уже выбрать не из чего. Выбрать можно. Нету там выбора уже, вы все купили. Зайрашка? Что случилось? Зайра, домой пойдем, солнышко? Зайра, пойдем домой? Нет, магазин. А ты куда хочешь? Магазин. А ты что купишь в магазине? Иди сюда. Сюда ручку засунь одну. Все. Ты что купишь в магазине? Не открывай, папа. Деловые. Только через магазин домой идут. Вчера купили в магазине какие-то жвачки. Аслан выбрал какую-то игрушку с жвачками. Потом выбросили мусорное ведро, даже? Угу. А мама за них деньги заплатила. Не понравилось, конечно. А мама тебе предупреждала, что она не понравится. Что она нехорошая. Что сегодня делали в садике вы? А? Асланчик, что вы сегодня делали в садике? Это твой друг, да, Аслан? Как зовут твоего друга? Сали? Тебе он нравится? Хороший мальчик, даже? Иди поиграй с ним. Çok bekleyeceğim. Benim kızım çok kulaklı söyler şimdi. Teşekkür ederim. Ne demek yapacağım? Yesene. 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 Закрыли воспитательницу. Калдым бурда. Помоги, Зейра, давай, освободи тетю Хилель. Йок артык. Йок артык. Я не могу, я не умею ее открывать. Сам бир шей сойчам. Acaba ne oldu sen böyle çıktın tepelere? Kedi mi? Kedi mi? O zaman senin adın Leon. Merhaba Leon. Yok artık. Aa, bak 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 bu ne yapıyor? Zehra. Korktum. Korktum mu ya? Pislecek. Nasılsın pislecek?